Всем привет! Новое видео на канале Gadget Mania, и хотите верьте, хотите нет, но уже наступило 11.11, а значит, по-любому вас будут склонять к распродаже на AliExpress. Давайте я вам немножко помогу в этом, потому что в этом видео, в описании к этому видео, можете даже в принципе не смотреть, есть ссылка, где вы найдете все промокоды и примените их, и 5-4 из 5, и 30 от 90, и 10 из 60, и 10 от 50, и 20 от 60. Вы не поверите, больше, по-моему, 35 или 40 промокодов я собрал для вас в одном месте. И с помощью этих промокодов вы сможете так существенно, скажем так, сэкономить на покупках. Ну, применять эти промокоды или нет, каждый решает сам, то есть покупать 11-го, совершать какие-то покупки на Алиэкспрессе тоже думает каждый сам, потому что, ну, все мы знаем, что давным-давно все это все обсуждают, что нас китайцы обманывают, накручивают, скручивают, но вот этот вот ажиотажик такой небольшой, скажем так, шопинг ради шопинга в большей степени, он, ну, присущ каждому, и все мы будем стараться, точнее, мы захотим это сделать. И вот для того, тех, кто по-любому это сделает и посмотрит с утречка вот это видео, выгружу я, постараюсь максимально рано утром, соответственно, он обнаружит эти промокоды. Промокоды с очень большими скидками, а уж какая будет цена, ну, скорее всего, примерно более-менее нормальная. Для примера, конкретно, iPhone XR, хороший телефон, XR, если правильно говорить, как он называется, тот же Мегафон Стор на Алиэкспрессе будет продавать условно там 42 500 рублей, 7000 скидка, она достаточно существенная, это RST-версия, скорее всего, доставка будет из России в Россию, поэтому быстренько. Дальше неплохие скидки на раздел Xiaomi, все мы любим Xiaomi, это Redmi Note 8, Redmi 7, Note 7, 8T, еще какие-то, я уже давным-давно потерялся в счете, какие уже сейчас модели выходят, но вы знаете, вы эксперты, поэтому вы сможете сэкономить там от 500 до 1500-2000 рублей в зависимости от модификации. Ссылочки тоже, кстати, оставлю в описании под этим видео. Далее, что конкретно я положил в корзину? Слушайте, недавно посмотрел Вилсакома, когда он неистово клал все, точнее, ну, типа покупал все, а обещал это оплатить 11.11. И мне показалось интересным несколько моментов. Я еще не заглядывал в корзину. Изменилась ли цена? Скорее всего, она изменится в 11 утра по московскому времени. Мне очень понравились туалетные принадлежности. Как ни странно, да. То есть там туалетный столик, типа, ну, куда бумага ставится. А также можно телефончик положить там или журнальчик. В общем, прикольная штука. Там в районе 1000 рублей стоит. Я не знаю, нужно мне это или нет, но, может быть, приобрету. Что еще? По своим вот этим видеоприколюхам там несколько нюансов нашел, там какие-то держалки, вот такие вот штативчики, не штативчики, они всегда ломаются, всегда нужны и лишним не будет. Поэтому тоже накидал в корзину, посмотрим, изменится цена или нет. И вот купон как раз таки, скорее всего, по-любому один из 40 купонов как бы мне подойдет, и я смогу воспользоваться этим предложением. Покупать или нет, безусловно, каждый решает сам. Надо обращать внимание на российские магазины, потому что они не будут отставать. Сейчас будет нагоняться вот этот ажиотаж, и я все до сих пор уверен, что в ноябре цены ниже, чем в декабре, потому что в декабре будет такой медленный подъем к новогодним праздникам, 20 числу цены повысятся на достаточно большое количество вещей, продукции, продуктов, питания и всего вот этого. Но это тема отдельного разговора, поэтому давайте насобираем лайков, распространяйте своим знакомым, друзьям, родственникам в соцсети, чтобы каждый из вас знал, что вы можете экономить. Я в последнее время стараюсь вам все чаще и чаще выкладывать интересные предложения. Суть этого видоса – это больше 30 промокодов разного номинала на AliExpress. Ссылка на промокоды в описании, ссылка на AliExpress и все, что я упомянул в видео, в описании под этим видео. Вам приятных и удачных покупок, не теряйте голову, но все равно попробуйте что-нибудь урвать по интересной цене. Ну а я с вами прощаюсь, совсем скоро увидимся, у меня есть что вам рассказать еще, ставь лайк, пиши Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Всего доброго, пока-пока!